Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем канале Гироскутер Шоп. С вами его ведущий Дмитрий Дрогин. Сегодня мы с вами поговорим про абсолютные новинки от компании Minaco. Minaco, поеду я в Монако, да? Полноприводные велосипеды, собственно говоря, перед нами представлены. F11 модель, F10 Dual. Два мотора в каждом из наших электробайков. В этом видео ты увидишь. Как я начну ознакомливать вас с данными электровелосипедами, я хочу сказать, чтобы вы досмотрели это видео до конца, так как в конце от магазина Гироскутер Шоп вас ждет подарок. Поэтому, ребят, не пролистывайте, смотрим видео до конца, ну, а мы начинаем. Эта моделька называется Minaco F11. Она имеет у нас два мотор-колеса по 500 Вт каждая, то есть в сумме 1000 Вт. Аккумуляторная батарейка 48 Вольт на 14 ампер часа. Рама у Minaco F11 более такая у нас, скажем, компактная и удобная по посадке. То есть не нужно через велосипед перебрасывать ногу. Аккуратненько вы можете сесть на него и продолжить свое катание или начать. То есть данный электровелосипед отлично подойдет для пожилых людей, для девушек и также для подростков. На Minaco F10 у нас рама более агрессивная. Видите, прямая. Здесь уже надо ногу закидывать или с этой стороны, или здесь выше, чтобы сесть на электровелосипед. В принципе, какой из них подходит для вас, конечно же, выбор за вами. И напишите комментарии обязательно, что вы скажете. Вот эта рама более практичная или подходит же вот эта вот рама больше для вас. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. По складным моментам у нас складывается руль у обоих электробайков. И также складывается рама. Давайте вам продемонстрируем, как это происходит на F11 модельке. Во-первых, у нас руль вверх и вниз регулируется. И если вы пройдете поближе, вы увидите метки. То есть вот это минимум. И можно еще опустить вниз, вот до сюда вот. Да? Опускаете, фиксируете, как вам удобно, и начинаете катание. По складному механизму руль откидывается. То есть его будет легко транспортировать в автомобиле. Сейчас я вам покажу. Также у нас складывается и рама. Опа. Вот так вот. После чего руль. Вы представляете? Вот этот весь огромный электровелосипед превращается в компактное. Буквально, не знаю, наверное, где-то 80 сантиметров на 45, на 50 в ширину, и транспортировка и хранение его много места не займет. Minaco F10 складывается точно так же аналогично. Раз, два, три, и вы можете, опа, руль, и вы можете начать его катать по абсолютно любым дорогам. Dual, два мотора. Вы уже спокойно можете заехать в любой подъем, в крутой. То есть данный электровелосипед и F11, и F10 подойдет для использования в южных регионах. Вы знаете, у нас в Краснодарском крае, Сочи, Адлер, Крым. Волнистые, скажем так, рельефные горы. И обычный электровелосипед с задним мотором с трудом забирается в крутой подъем. Но на полном приводе вы сделаете это с удовольствием и с ветерком. Единственное, что полный привод будет быстрее съедать ваш аккумулятор. Так, дорогие друзья, заводим нашего бойца Minaco F11 с удобной посадочкой. Сейчас я сиденье чуть-чуть пониже себе сделаю. Вот так вот. Опа! Даем газу. Сначала едем на помощнике. Поставим сразу вторую скорость помощника. Здесь пятую. О-о-о-о! Ну вот. 40 км в час на участке 100 метров. В легкую.
кайф. Так, здесь солнце будет осветить глаза. Сейчас мы немножечко свернем. Опа, хорошо. Так, на заднем мотор-колесе тяга точно такая же, как на обычном велосипеде. То есть буквально вообще нет ощущения, что у вас два мотора. На одном моторе вы едете, как обычно. Но, нажимая вот сюда вот цифру 3, у вас включается полный привод. И велик становится уже более мощным. 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55 км в час, 54,9 было. И подрывным. Естественно, можно кататься по траве. Оп-оп. Бесшумненько работает, скажу вам. Прям настроен хорошо с завода. Вообще отлично. Что я заметил? На помощнике, на полном приводе, не работает. То есть помощник режим на полном приводе отключается. Вот цифру 2 ставим, кручу педали, газ не жму. Сразу помощник. Сразу помощник врубается, и вы едете. Если ставлю цифру 3, помощник отключается. То есть только ваши ноги работают. Помощника уже нету. На полном приводе помощник не работает. Работает только на заднем приводе. Но на полном приводе, вот, пожалуйста, подъем в гору. А у вас достаточно быстрое и уверенное ускорение. Вот, видите, 42, 43. В горочку еду, подъем. 45. Вот это кайф полного привода. Свернем сюда. Слушайте, но он бесшумный. И сидушка амортизирует. Очень комфортно. Как будто бы он двухподвес. И передняя вилка очень классно отрабатывает. Давайте еще разок. Вот, пожалуйста, как будто вы едете по лесу. Вообще нет проблем. Давайте съедем с лестницы, как в прошлый раз. Посмотрим, как он справится. Я на полном приводе сейчас. Вот наша лестница. И потом включим. Ну, совсем бесшумненько. Совсем бесшумненько. Развернемся и включим помощника. Поедем на помощнике. 45 скорость была, представляете? 100 метров, ускорение сразу просто колоссальное. 45. Так, ставим помощника. Переключаемся на 7-ю скорость механическую. О, вообще бодренько, бодренько. Слегазуем. Даже вот на заднем приводе газ нажимаешь, он прям не так сильно подрывает, как ногами. Если ногами, оп, то намного быстрее скорость набирается. Помощник только на заднем приводе, ребят. 40 была скорость. Видели? Ну, это обалденно. Если вы выехали в парк, то уже можете просто кататься с небольшой скоростью. Свое удовольствие. Значит, велик F11 подойдет для абсолютно, наверное, любых целей. Кататься по городу, на даче, в деревне, охота, рыбалка, все это его стихия, лес, горы, опять же, да, какие-то холмистые места, спокойно для него прям предназначены, так как у него есть два мотора, и он завезет вас практически в любую гору. Ну, это обалденное ощущение. Я хочу прокатиться сейчас на Minak F10 и понять его стихию. Итак, ребят, смотрите, я открутил контроллер. Он у нас один. Пожалуйста, его характеристики. Для Minak F11 48 вольт 500 ватт 18 ампер. Один сдвоенный контроллер на два мотор-колеса. Я подумал, что возможно второй контроллер прячется здесь, а нет, здесь пустота, здесь контроллера нет. То есть очень хорошо, что контроллер располагается все-таки сверху, и он
максимально защищен от попадания воды из-под колес. Вот такой вот симпатичный бокс. Гидроизоляцию легко делать, как бы. Поэтому заказывайте гидроизоляцию на гироскутер-шоп, чтобы быть уверенным даже в дождливую погоду. Мы переходим к Минако F10, значит, более строгий дизайн. Не такая, конечно, практичность по посадке, то есть необходимо вот перекидывать ногу через раму. Но в то же время у обоих велосипедов у нас регулируется, значит, сиденье по высоте. То есть вы можете и для подростка рассмотреть данный электровелосипед, и для взрослого высокого человека. По посадке, наверное, удобно будет от 1,50 м до 2 м кататься на данном электровелосипеде. Давайте же для начала я попробую сложить 10-ю модель. Складывается также элементарно и быстро. Даже в электричку можно поставить, в тамбур никому мешать не будете. Так, раскладываем обратно. И руль. Оп. Очень-очень элементарно. Значит, по электронной и механической части они у нас идентичны. Давайте быстренько посмотрим. Минеральное масло, гидравлические тормоза дисковые Минако, свет, поворотники, сигнал, помощник сильнее, полный привод, это третья скорость, и 5 передач. Включение-выключение располагается здесь. Шимано, механические переключения скоростей, у нас их 7, и ручка газа. На холостом 62,6. Посмотрим, сколько же они смогут развить скорость под моим весом 94. Не переключайся. По подвеске, смотрите, у нас есть обозначение Air. Вы знаете, что это переводится как воздух. Я смогу открутить это и показать вам. Они у нас с подкачкой. Вы можете накачать атмосферы, чтобы велосипед подошел под ваш именно вес. Вот. Это тоже большой-большой плюс. С другой стороны, регулировка отскока механической с блокировкой, то есть вилка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И до конца. Все. Вы можете регулировать в зависимости от дорожного покрытия, собственно говоря, вашу подвеску. Если вы едете по лесу, сделали помягче, по дороге пожестче. Контроллер у нас располагается здесь, они идентичны, тоже 18 ампер, 48 вольт на 500 ватт. Естественно, два мотора по 500 ватт, получается киловатт в сумме. И если вы едете на двух моторах, аккумулятор будет расходоваться чуть-чуть быстрее, чем на заднем моторе. Это же понятно уже всем. Я предлагаю перейти к тестированию наших электровелосипедов и узнать, какой велик подходит именно для тебя. Поехали! Минако F10. Давайте, сидушечка вроде по моему росту. Поехали! Давайте вторая передача здесь. Электронная будет 5-я. Помощник только. И ставим 7-ю скорость. Вау! Также 40 километров, 42 было на этой маленькой прямой, которая буквально 100 метров. Так, тут вам солнце будет светить. Сейчас мы в тенечек заедем, и я вам покажу, на что способен F10 моделечка компании Минако. Да, помощник работает прям очень хорошо. Так, тут людей много. Собачка. Ну, практически у нас 10 км/ч скорость была. Опа, собачка. Собачку я обогнал, ребят. 40. 45. 47. 50 на помощнике. 50 я разогнался на помощнике. И буквально за 200 метров. Тормоза гидравлически справляются очень хорошо своей функцией. Включаем полный привод. На полном приводе помощник тоже отключается, но включается зато рукоятка газа. Оу! 40 за несколько секунд просто. Так, я предлагаю попробовать на нем съехать с травы, ой, на траву вернее.
Слушайте, а они какие-то бесшумные. На скорости 40 взлетели. Воу! Воу, вот прям адреналин. Наша любимая лестница. Все бесшумненько. Не, на полном приводе, конечно, велики намного бодрее, намного комфортнее. Здесь прям сказать нечего. Данный велик тоже подойдет для абсолютно любых целей и задач. Дача, загород или покатание по асфальту. Прям офигенно. Очень комфортно, очень удобно. Рыбалка, грибы, походы, купаться, ездить. Все на нем можно. Очень-очень-очень классные велики. 40 скорость. Ну все, мне уже даже немного страшно в парке так кататься. Прошу прощения за мои испытания здесь. Но все же, давайте подведем итоги, ребята. Язычную инструкцию от компании Minaco. Также вы в комплекте должны встретить в коробочке прям с нуля завода зеркала. Вот такие вот, опа, вот такие вот стильные. Вот такие вот стильные зеркала компании Minaco. Они у нас прикручиваются в штатные места. Вот эти вот заглушечки убираем и ставим зеркала, чтобы катание у вас было максимально комфортное, чтобы вы видели, что происходит сзади у вас на дороге или же в лесу. И зарядочки. Зарядочки 48 вольт, 3-амперные. Максимум заряжается батареечка до 54,6 вольт. Вот, 48 вольт, 3-амперная. Такая улыбка, видите, у меня адреналин, мне прям кайфово. Если бы я сейчас был бы на даче где-нибудь в лесу, я прям как дал бы жару на этих великах, блин. Здесь, конечно, люди ходят, но я до 50 разогнался на нем и на нем. F11, F10, вы просто чудесные. Вы просто чудесные. Давайте я вам покажу, как... Мы, кстати, подходим все ближе и ближе к сюрпризу от компании Gyroscooter Shop. Интересно, да? Ребят, аккумулятор у нас быстросъемный. Ключ поворачиваем, питание вот тут вот вытаскиваем. И батареечку можно снять и пойти домой. Что делать? Заряжать. А велик оставить в гараже, в сарае или в любом пособном помещении. Вот такая вот батареечка на 14 ампер. Вот ее характеристики. 48 вольт, 14 ампер. Не очень тяжелая, может быть, в районе 4 килограмм, 5. И есть специальная направляющая, по ней прям вставляем до упора. Сидушечка, видели, как откидывается? Очень легко нажатием вот на этот вот курочек, она откидывается. Закрываем сиденье, вставляем кабель питания. Никаких звуков электровелосипед не издает. Мне очень понравилось, что... Вот я его включил. Поворотник нажимаешь, он... Индикация работает, а звука нет. Обычно у китайских брендов пи-пи-пи, вот такие вот звуки сигнала. Здесь очень приятно, что никаких посторонних шумов вы при катании, использовании не ощущаете. Вы видели, на что они способны, даже здесь в парке, за столь небольшое время. Я зарядился адреналином и положительными эмоциями. Я думаю, вы тоже сквозь нашу камеру немножечко прочувствовали, на что способны эти электровелосипеды. Давайте так, компания Gyroscooter Shop делает презент для первых 5 покупателей любого из этого электробайка, электровелосипеда. Гидроизоляция будет абсолютно бесплатно в подарок. Поэтому заказывайте. Сейчас выгодная цена на эти электросамокаты, пока курс доллара еще до 200 не улетел. Будь первым, кто купит электровелосипед от компании Minaco, и сразу же поедешь ты, как я, в Монако. С вами был Дмитрий Дрогин, Gyroscooter Shop. Ссылка под видео в описании. Вот так со всей дури, как боксер, бам, по колокольчику. Жирный-жирный лайк и комментарий. Всем пока!